Добрый день, друзья! Обзор моих покупок по каталогу номер 8 Faberlic. Вот по этому каталогу. Каталог сдвоенный, 8-9 период до 26 июня будет действовать. То есть 8 каталог у нас заканчивается 5 июня, и потом 6 июня начинается 9 каталог по 26 июня будет. Вот такой двойной каталог. Что я по нему купила? Сейчас идет акция для новых покупателей. 500 рублей в подарок за первый заказ. Оставлю ссылочку в инфобоксе. Кто желает покупать со скидкой 26% продукцию, пожалуйста, переходите по ссылке и получайте свой регистрационный номер, покупайте продукцию со скидкой 26% от цены каталога. Цена в каталоге сейчас соответствует на сегодняшний день. То есть все, что написано, какая цена в каталоге, вы видите, минус 26%, 20-26%. 26% это от 50 баллов идет скидка, а 20 это для всех, независимо от суммы. То есть все цены в каталоге соответствуют печатному и на сайте, которые... То есть выровнялись цены, уже все нормально. А вот как раз мне попалась картинка, по которой мы купили вот эту толстовочку с принтом. Сейчас я вам ее и покажу. Совсем удобно показывать. Ну, вот так вот она выглядит. И вставим, как она выглядит. Хорошая такая толстовочка. Идет размер. Это футер. То есть она такая плотненькая. Видите, без начеса. А футер, скорее всего, двунитка. А кто разбирается, то есть она такая плотненькая, но без начеса. Плотный хлопок. Здесь идет, вот она, такая аппликация, скажем, наклеенная. Принт. И написано Spring, то есть весна. Красивая. Бурматиков. Идет, еще раз говорю, размер, 100% хлопок. Длинный рукав, манжета резинка. Все хорошо обработано. То есть очень качественные вещи, 100% хлопок, никуда не растягивается, ничего не тянется. А вот это у нас идет такая вот толстовочка, красивая. И ландыши здесь, и пионы. В общем, все как раз весенние цветы, которые сейчас цветут. И здесь шовчик обработан. Соответственно, все рекомендации по уходу, все это есть. Это как раз вот толстовочка на девочек, которая представлена у нас в каталоге. Вот так она выглядит. Вот она. Видите, какая? И ворот мне нравится. Горловинка хорошая. Плотненько подходит. Следующее, давайте, из детской одежды взяли трикотажную фуфайку. Ну, фуфайка, это называется в простонародье футболка, да? С коротким рукавом для девочки. Также белый и вот сердечки, микс сердечек. Здесь ростовочки. Самый маленький у нас 104 идет, и самый большой это 152 ростовочки. И давайте-ка где? И оно открывается. Не могу найти. Вот. Сейчас мы откроем, развернем, посмотрим, что у нас здесь есть. Она, вот эти сердечки, не на всю футболочку. Вот. Белая. И здесь по линии получается груди идут вот такие красивые сердечки. На рукавчиках и вот на полочке. Замечательно. Веселенькая такая летняя. Беленькая футболочка. Это уже идет просто хлопок. Это не футер, а обычный тонкий хлопок. Хороший, плотный. Мы уже не первую покупаем. В обзорах я уже показывала. И стираем, и никуда ничего не деформируется, не вытягивается. За это мне очень нравится. Качество очень прекрасное. Замечательно. Это детская еще одна футболочка. Так, что еще взяла? Детскую зубную щетку. Так, прилепилась мне тут от одежды мешок.
Вот детская зубная щетка. В такой расцветке мы взяли оранжево-синюю. Ну вот, захотели поменять. Не розовую, а теперь уже оранжевую. Хорошая щетинка у нее. Детская зубная щетка. Рекомендуется для детей от 6 лет. И вот эту силиконовую зубную щетку, они разных цветов. И голубые, и желтые, и розовые. Вот супер щетка, которую я настолько полюбила, что теперь никакие другие щетки я не хочу. Силиконовая щетинка. Действительно инновационные технологии, я сейчас покажу. Настолько хорошая щетка, ей так приятно чистить зубы. И она, главное, понимаете, не деформируется. Вот эта вот щетина, которая на обычных щетках, она бывает, что, ну, смотря кто как чистит, да, она бывает разъезжается так, пымс, и разъехалась вся в разные стороны, и неудобно. А с этой щеткой ничего такого подобного не случается. Я специально себе купила ее, и вот сейчас уже у меня вторая. Я в восторге от нее. Просто супер изобретение, конечно, она плотная. Посмотрите, она какая плотная, щетиночка одна щетинка к одной, и очень хорошо она чистит. Потом я ее, конечно, обработаю после того, как я пальцами трогаю. Просто вам показываю. Вот такая вот ручечка у нее хорошая. Но щетка замечательная. То есть, кто вот один раз попробовал чистить ею, те и переходят именно на эту силиконовую щетку. Замечательно. Никакие больше другие щетины мне не нравятся. Средней жесткости, но... Честно скажу, она на самом деле по ощущениям мягкая. Мягкая, хорошая щетинка. А что еще взяла? Взяла лосьон для кожи головы из серии Биомика. Сейчас скажу, она идет не по распродаже, а идет по акции. За, по-моему, 499 рублей за покупку в каталоге. Вот идет такой лосьон. Что-то в пределах... Не то, не буду врать, не то 150 рублей вот он стоит, где-то так. Может быть, даже чуть-чуть и меньше. Лосьон для чувствительной кожи головы. То есть лосьон, который нормализует... сейчас скажу. Итак, лосьон, который... Вообще, это серия Биомика для волос, которая нормализует микробиом кожи головы. То есть, если вы часто красите волосы, либо у вас там какие-то такие ощущения, там аллергические, вот бывают реакции, перхоть, кожа головы чувствительная, обратите внимание вот на эту серию Биомика. Вот я взяла как раз-таки лосьончик. Да, вроде как маленький, но попробую. 30 миллилитров. Это как вот сыворотка, да, как аналог сыворотки. То есть лосьон снимает ощущение стянутости и зуда, улучшает состояние чувствительной кожи головы, поддерживает микробиом, натуральный и содержит пробиотик, помогает вернуть здоровый баланс и иммунитет кожи. Содержит экстракт эдельвейса, который устраняет дискомфорт кожи головы и дарит блеск волосам. Средство имеет pH 5, естественный для кожи головы. Вот. Вот такую вот штучку я взяла. Код у него 1278. Успевайте. Что еще взяла? Лаки. Лаки. Это серия Жардин. А это просто колор халал. Вот такие мне нравятся. Нюдовые оттеночки. Сейчас давайте с вами возьмем и нанесем. Нюдовый оттенок. У меня уже есть, конечно, бесцветный такой лак. Ну и вот показать. Мне нравится. Сейчас очень в каталоге очень много нюдовых оттенков. Там такое разнообразие. Просто прелесть. Так, этот у меня какой? Код 71015. Артикул. Ну и давайте Жардин. Он вот так переливается. То есть он вроде тоже как бы нюдовый оттеночек. Но он, видите, с голографией. Не знаю, на камере видно или нет, но мне вот очень хорошо его видно. Когда его наносишь, то потом он переливается вот такой вот голографией. Очень интересный оттеночек. Так, затем сейчас покажу. Это батончики.
мы постоянно берем батончики, потому что это здоровый, полезный перекус, хороший. Нас он выручает. Фруктовый батончик, яблоко, груша, годжи и яблоко, вишня, асаи. Брала три, две груши и яблоко, вишню. То есть одну мы уже упаковку раскрыли и сейчас активно используем ее в перекусах, когда идем с тренировки. Вот две остались, которые могу показать. И две упаковочки тоже фруктовые батончики. Это мюсли, вишня и мака. А здесь злаковые. Злаковый батончик. Идет здесь мюсли и вишня. Вот такие вот батончики. 30 грамм. В упаковочке 4 штучки. Вот 4 штучки в упаковке, вот две упаковочки у нас. А затем я взяла себе помадку. Сатиновая помада для губ. И взяла себе тоже, знаете, в нюдовом таком на лето, в нюдовом оттеночке. Ну вот захотелось мне нюдовый оттеночек. Я очень люблю нюдовые помады. А что интересно, на магнитике, видите, щелкается, как бы притягивается. Здесь губки и вот такая вот нюдовая помадка. Красивый оттенок. Нюдовый, пахнет вкусно. А, вот они. Видите, магнитики. Вот они, магнитики на помадке, которые футлярчик как раз и примагничивают. Вот видите, я на другую сторону сделала, но нет, она прям возвращается сюда, к магнитику. Итак, этот оттеночек у нас, сейчас посмотрим какой. 0802 артикул помадка. И вот, а вот как раз из серии Jardin, видите, лак я взяла и блеск, пробуждающий цвет губ. Артикул у него 40229, блеск, пробуждающий цвет губ, так и называется. Вот такой вот прозрачный, сейчас открою. Вот, видите, вот он как бы дает, видите, оттенок. Это не на губах, а даже на руке, вот я нанесла. Ну, вот он природный розовый цвет на губах как раз его и проявляет. Ну, я не скажу, что проявляет, она не проявляющаяся, но вот он как бы пробуждает свой цвет, то есть делает на него акцент. Вот она, эта коллекция, коллекция, вдохновленная картинами Клода Мане, знаменитого импрессиониста. И вот компания Faberlic создала такую серию, лимитированная серия Jardin. Обратите внимание на нее, если кому интересно. Там есть еще тени. Возможно, я в следующем каталоге возьму палеточку теней. Там 9 их, да, штучек. И хочу их тоже протестировать. Пока вот взяла лак и блеск для губ. Следующее, что есть, я взяла... Сейчас камеру поправлю маленечко. Я взяла себе для волос вот такой пудинг. Пудинг для волос из серии Superfood. Ну, вот эти все суперфуды, это, конечно, такое искушение. Здесь ягоды асаи содержатся, натуральный состав, без силиконов и всяких вот этих вредных веществ. Маска пудинг для волос ягоды асаи, которая возвращает блеск, убирает сухость с волос. Особенно если вот кто волосы красит, для меня это очень актуально. У меня волос сухой, ну и вот как раз буду сегодня ее тестировать на своих волосах. Вот он, вот она какая красота. Она довольно-таки густая, смотрите, она даже не течет. Видите, вот я ее держу, и она не течет, не жидкая. Масочка из серии Superfood. Их вообще там три масочки, но я вот себе взяла, остановилась все-таки вот на этой. Объем 280 миллилитров, артикул 24,82. Это я тут накрасила, да, когда тестировала, теперь уже весь лак смазала. Вот, без силиконов. Не содержит силикона. Вот такая масочка из серии Superfood.
Мои любимые средства – это двухфазное средство. У меня уже как раз заканчивается. И я, чтобы не было простое, я сразу же взяла себе двухфазное, еще одно, еще один тюбик, как раз флакончик кислородное дыхание, двухфазное средство для снятия макияжа с глаз и губ. Мне нравятся вот эти пузырьки, маслянистая основа, она очень хорошо и эффективно снимает макияж с глаз. Так, новиночка. Ну как же, наконец-то долгожданная новиночка из серии «Гиалуронка». Это увлажняющий тоник. 150 мл увлажняющий тоник содержит гиалуроновую кислоту различной молекулярности и хорошо увлажняет. Вы знаете, у него очень такой интересный свежий запах, травянистый. Не стягивает кожу. Прекрасное средство, 150 мл. Наконец-то появилось, потому что когда я брала, видите, у меня уже сколько использованного крема, ночной и дневной крем, то есть он уже как бы на исходе. Это было где-то каталог или два каталога назад, как раз был запуск новой серии «Гиалуронка». Я вот брала по 50 мл крема для лица, дневной и ночной, и я брала себе концентрат гиалуроновый. Я его наношу под макияж. Вот. И мне так не хватало тоника в этой серии. Думаю, как так, есть крем, есть мицеллярная вода, а тоника нет. И наконец-то вот в этом каталоге, в восьмом, появилась новиночка тоник. И я его сразу взяла и начала им пользоваться. Открыла, начала пользоваться. Очень довольна, мне очень нравится. Из новинок еще что взяла? Из новиночек взяла запуск, да, вот который как раз на каталоге, на обложке серии Green Karma. Забота о природе, не содержит силиконов, 100% натуральный продукт. Нет, маленько обманул, 99,4% натуральные продукты. Это я себе взяла маску детокс. Ее еще не тестировала, ничего пока сказать не могу. Натуральная маска детокс 3 в 1 для лица. С белой глиной, содержит масло конопли. Вообще вся серия Green Karma содержит основное, это масло конопли. Вот. Биосахаридон и витамин Е глубоко очищают и выравнивают кожу. Подобно тому, как неспешная прогулка по густому прохладному лесу очищает мысли. Настоящая перезагрузка для кожи, сотворенная самой природой. Натуральная масочка. Вот, давайте посмотрим ее. 50. Она у меня еще упакована. 75 миллилитров, простите. И давайте вскроем, посмотрим ее, да? Как она выглядит. Зелененькая должна быть. Зелененькая. Вот она, зелененькая масочка. Буду сегодня делать как раз. Вот, видите, как хорошо впитывается. И все. Насколько мы ее наносим? Что у нас здесь написано? 2-3 раза в неделю применяем. Наносим на 10-15 минут. Смываем водой. И все. И наносим крем. Вот и посмотрим. Сегодня природное блаженство сделаю себе. Потом с вами поделюсь впечатлением. Это из новиночек. А, кстати, я вот сейчас понюхала ее. У нее такой шикарный аромат. Я даже не могу понять. Вот, ну, вот травянистый. Вот именно травянистый, действительно природный. Природные компоненты, которые содержат. Классно. Супер. Супер аромат, и прям вот действительно переносишься в лес, куда-то в лес с травой, вот поляна такая, трава, в общем, замечательно. Для дома купила пятновыводитель кислородный, потому что вот это для меня вообще очень актуально, потому что у меня на столе скатерть из тканевая и, соответственно, салфетки. У меня тоже либо льняные, либо вот из рогожки. Ну, в общем, ткань, 100% хлопок. И для меня вот эти все пятна, это очень актуально. Чтобы выводить, сами понимаете, когда кушаешь, обязательно что-нибудь, да, прольется. Вот так вот он выглядит. Здесь мерная ложечка. Большая ложечка здесь мерная. И я имею в виду, что он не запакован. Вот так он идет сразу.
производства, чтобы не было никакого шока, что кто-то вскрыл. Нет, здесь фольги нет дополнительной. Так, сколько у него объем? Смотрим. 500 грамм. Экологически чистый состав. Не содержит хлора и фосфатов. Не содержит красителей и ароматизаторов. Все. Кислородный пятновыводитель. Это из новинки L-карнитин контроль 60 капсул. Ну вот вторую покупаю, посмотрю. Может быть и... Так, это мне тут дочь положила. И вот еще что себе тоже для пищеварения. Для кишечника пищевой концентрат взяла. Такой вот 60 капсул. И как раз он нормализует кишечник. Взяла для ребенка, взяла витамин D3 детский. Был у нас рыбий жир с малиной, да, малина-банан был. А теперь в этом каталоге взяли витамин D3. Ну вот, дочь понравилось. На руку не буду высыпать, покажу. Вот так вот они такие золотистые капсулки. Взяли. А еще у меня тут немного помятой пришла зубная паста. Видите, упаковочка. Плюс 200%. Концентрированная зубная паста с маслом австралийского чайного дерева, экстрактом голубого кипариса. Экономичное в использовании, в 3 раза меньше зубной пасты идет, чем обычно. А эффективная, предотвращает проявление кариеса. Свежесть придает дыханию, ну, как обычно, да, мятная, мягко очищает зубную эмаль, поддерживает здоровое состояние десен. Я брала из этой серии уже Эксперт Фарма немного другую зубную пасту, мне она тоже понравилась. Я теперь решила по отзывам, вот, что многие берут именно вот эту пасту, и многим подросткам она нравится, плюс 200%. Ну вот будем пробовать. Будем пробовать 75 мл. Код у нее артикул 1633. Это концентрированная зубная паста, плюс 200%. Вот, возьмем. И спробуем. Так, из новинок, что еще я взяла себе? Это бралет. Женский. Видите, бралет. Размерку L-ку взяла. Надеюсь, что она мне небольшая будет. 92% хлопок, 8% эластан. Давайте откроем, посмотрим. Все-таки я надеюсь, что она мне большой не будет. L-очка. Ох ты, как запаковали, что тут не сразу. Вот. Я взяла его очень удобно на тренировке. Ходить. Не в кружевном же бюстгальтере. Вот он женский бралет. Может быть, ну, посмотрю. Может быть, даже чуть-чуть большеват будет. Эластичная ткань, как видите, потому что эластан, любой процент содержания эластана сразу дает о себе знать. Широкая резиночка. Хорошо. Все срезы сделаны. И вот как раз под футболочку я взяла себе. Вот он. Это бралет. Это из новинок. Они там разноцветные. Есть желтенькие, нежные. Такие все нежнейшие цвета. И еще что. Вот этот вот большой. Это стоит, видите, органайзер. Для чего? У нас здесь чехол для хранения салатовой коллекции «Прованс». Вот я взяла, потому что я много шью, вяжу, у меня, то есть, пряжа, ткани много. И мне вот для хранения очень-очень понадобится этот ящичек. Еще что взяла из новинок, сейчас покажу, это носочки. А сейчас они вообще там по акции идут. Покупаешь там двое или трое, там скидка 10% и 20%. Три пары в упаковочке. И посмотрите, какие они красивые. Хлопок. Вот он. Не совсем белые, кремового. Они тянутся. У меня размер, сейчас скажу, взят размер...
А где он тут у меня написан? В общем, вот 36-38. И есть 39-41. У кого большая ножка. Это вот молочный. Затем идет вот такой кирпичный. Да? Ну, даже не кирпичный, какой-то розовато-красный. И вот такой переходящий. Прям амбре. Цвета под амбре, да, вот так вот идет. Раз, два. От светлого к темному. Укороченный. На лето хорошо. Укороченный. Хоть куда, хоть в кроссовочке, хоть дома ходить. Вот. Это вот одна у нас с вами упаковочка цвета. Так, и следующая у нас идет упаковочка. Это тоже здесь есть один молочный. Вот. Пара молочных носков. И потом идет вот такой зеленый. Все такие натуральные природные цвета. Ну, вот и голубой. Да, вот это все до 38-го. 36-й, 38-й. У меня 38-й прекрасно на ноге. Плотные. Такие вот плотненькие. Видите, трикотаж очень плотный. Хорошо тянется. Коротенький, кто любит коротенькие носочки на лето, обратите, пожалуйста, внимание. Вот они сейчас идут еще и по... Я надеюсь, в 9-м каталоге тоже они будут по хорошей цене. Так, и себе последнее, что вроде бы все показала. Себе еще взяла вот такую вот футболочку. Мне очень понравились футболки Faberlic. Я раньше покупала в Спортмастере. А теперь, когда Faberlic, я распробовала, скажем так, раскушала их футболки, мне очень они понравились, и я теперь покупаю их здесь. 100% хлопок. А здесь вот она фуфаечка с коротким рукавом. Обычно я уже показывала в других своих видюшках, но давайте откроем. Еще займем несколько минуточек, я вам покажу. Это из новиночек, весенняя коллекция. И мне они прям вот очень-очень приглянулись. Давайте, где они открываются. Вот упаковали. Не открыть. Слушайте, а ведь и правда не открываются. Ладно, разорвем вот так. Ну да, как-то так. Непонятно. Плотно упаковали. Коротенький рукавчик. Видите? И она прям такая, вот прям хорошая, приятная, к телу приятная. Все обработано здесь хорошо. Одуванчики. То есть обычная стандартная длина у нее. А здесь все срезы хорошо обработаны. Вот. Сейчас стирку ее брошу. Постирать и носить. Красота. Буду вам иногда в видео появляться, показываться, чтобы вы видели, что да. Они носибельные, они очень хорошие. И очень приятные к телу. И последнее, что я взяла себе, это вот такой джемперок. Трикотажный джемпер. Сейчас скажу. Толстовка. Даже не джемпер, это трикотажная толстовка с длинным рукавом для женщин. 100% хлопок. Супер! Я его сейчас померила. Все размеры идут размер. Я ношу обычный размер 46, но вы сейчас увидите, у меня во всех, вот в этих идет 48 размер. Почему? Потому что я не люблю вещи в обтяжку. Я предпочитаю, если футболка, то она должна быть слегка свободная, чтобы ничего нигде не тянуло. Вот это я не люблю. Вот такой вот джемпер. Он свободный, длинный рукав, манжета, вот она резинка. Все хорошо сделано. Может быть, даже сниму, покажу, как на мне. Сделаю видео. У меня же, кстати, в монтаже лежит еще одно видео. Я с футболками делала. Вот надо выложить на сайт, потому что так показывала. Ну, так перед камерой вроде не покажешь. Хорошо. Тоже футер. Видите? Тоже футер, как и детская. Начес есть чуть-чуть небольшой, но вот он нет. Без начеса. Обычная вот такая трикотажная толстовочка. Одел и пошел. Хоть под куртку, ну, хоть так дома, если прохладно, в межсезонье взял, одел. Все, у меня все по обзору. Спасибо за внимание.
Ну вот это называется коротко и быстренько, и опять 26 минут. Подписывайтесь на мой канал, делитесь моим видео, пишите комментарии, что интересно, что понравилось, что бы себе взяли, а может быть уже что-то купили, поделитесь. Ну, вообще просто интересно. Оставляйте комментарии, будем читать, будем общаться. Все, до новых встреч, пока-пока.